На прошлой неделе в актовом зале Центра внешкольной работы и детского творчества состоялось подведение итогов первого полугодия Кубка 2012 по технике спортивного туризма среди команд общеобразовательных учебных заведений. Напомним, Кубок города по спортивному туризму включает в себя несколько видов – пешеходный, водный и велотуризм. В общем зачете результаты следующие. Первое место у команды школы номер 9, на втором – Измаильский политехнический лицей, на третьем – школа номер 11. Призовой фонд, грамоты, дипломы, медали предоставлен Измаильским городским отделом по делам семьи, молодежи и спорта. Кстати, сборная команда школьников города в составе представителей школы номер 9 и спортивно-туристского клуба «Альгадра» 25 мая примет участие в областных соревнованиях Всеукраинского общественного детского движения «Школа безопасности». Команды к соревнованиям готовят по техногенному и пожарному направлениям директор 9-й школы Василий Дмитриевич Беркуца, по спасательным работам в природной среде Тарас Анатольевич Михайленко, председатель спортивно-туристского клуба «Альгадра», методист Центра внешкольной работы и детского творчества. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».